Вот посмотрите, целый отдел кожи в Вайкике. Мне кажется, он кардинально отличается от того, что мы видели в Маркантале. То есть ты рекомендуешь ездить на шопинг именно Вайкики, да, именно Террасити? Сейчас мы зайдем в огромный отдел для новорожденных. Ого, он огромный просто тут. А теперь идем в мир Диснея, где много принцесс. Вот такой костюмчик стоит у нас 30 лет. Всем привет, это канал Turkish People. Меня зовут Андрей, я ваш гид по Анталии. Сейчас я нахожусь возле торгового центра Террасити. А мы сейчас пойдем в Вайкики. Это один из самых демократичных магазинов в этом торговом центре. И мне кажется, здесь самое большое количество покупателей. Но наши соотечественники, мы здесь видели такое количество, они выходили с большими пакетами. Пойдем посмотрим? Пойдем. Сразу в женский отдел мы попали. Вот интересная штука. Кстати, в разных Вайкики, хотя вроде бы сетевые магазины, представлены совершенно разный ассортимент. Есть, конечно, повторяющиеся вещи, но мне кажется, вот в этом торговом центре, Террасити, больше рассчитано на туристов, а не на закрытых женщин на место. Ой, какая интересная штучка. Давай мы посмотрим. 130 лир. А такая белая юбочка стоит 70. Джинсы отдел, правда, маленький здесь. 80 лир джинсы. 70. Вот джинсовочки мы нашли. Ой, смотри, какое 110. Интересное. Сзади что-то нарисовано. Да, это накомбинированное. И стоит 130. Постепенно перешли в мужской отдел. 40 лир футболка. Так быстренько покажем его. Смотри, тут уже типа скидки есть. Да, написано. Вот такие отдельные. Проверяем. Стенды. И да, и правда, 17. 17 лир футболочка стоит. Футболочка интересная, сколько? 20 лир стоит. Мам, что я вижу? Уже теплые вещи появляются. Да, смотри, как интересно комбинированное. Комбинированное, знаешь, напоминает, у меня... Напоминает, как вот... XS 70 лир стоит. То есть, получается, вот здесь они не обманули, что здесь скидки есть. Yes. Вот 30 такая. Мам, S. Джинсовая рубашка 80 лир стоит. Смотри, какое интересное. Мам, посмотри, какой джи... Она 150. Вот, интересно очень выглядит. Смотри, стоит 150. 150 стоит, да, еще с капюшоном. То есть джинсовка и вот пришита к ней вот... Капюшон, как будто там толстовка под ним да, одета. Да, толстовка. То есть интересные вещи, в принципе, можно найти. Большой отдел. Мужской тут, правда, очень большой отдел. Пола. Да. 45 лир. Тут где не написано скидок, там их видно. Вот посмотрите, целый отдел кожи в Вайкике. Вот дыри. Дыри это кожа. 100% дыри. Стоит она 580 лир. 580 лир такая да. стоит. Мне кажется, что они утверждают, кожа. Что это кожа. Да, они даже кусочек повесили. 580 лир. Смотри, вот такие внизу тоже есть. Да, это не ткань. Вот такая стоит 849 лир, смотри. Да. Она пахнет даже кожей. Да. Видишь, тоже кожаные. То есть в Вайкике появилась кожа. 849. Кожаные стоят дорого. Это вот они пишут сюда скидка 750. И размеры даже большие есть. Вот этот вот размер 4XL. Ага, вообще. Большой. Это 850. И обувь у них есть. Обувь 130. Вот это тоже вот они показывают. Обувь тоже приличная. Я еще ни разу в Вайкике не видела приличной обуви. А, смотри, вот такую мы видели, там была коричневая, это черная, тоже 750 стоит курточка. Тоже кожаная. Да. Вот, даже кармашки есть внутри. Интересная. То есть в Вайкике можно найти кожу. Да. Вайкики развивается. Вот посмотрите, в Вайкике даже есть кожаные ремни. Они пишут, вот, 100% кожа. Дыри – это кожа. Да, и стоит 45 лир. Не все кожаные ремни, вот, на которых не будет, вот это тоже кожаный. Вот этот обычный. Обычный ремень стоит вон 20 лир. А
кожаные вот не менее 45. Здесь просто куртки. Вот это тканевые 200. Ветровка мужская 180. Не нравится даже. Вот смотри, как интересно куртка. 230 стоит. 230. Да, достаточно теплая вот она. Будто пух там внутри. Жилетки есть. Да, прикольно. 120. А синие 130. Вот, новый сезон они обозначают так. Ени сезон. Да? Ветровка 120. Ветровка 120 стоит. Очень тоненько. Мужские такие вот. Мы постепенно, переходим в детский отдел. Самый интересный отдел, которому мы хотели посвятить все это видео. Ну вот мы долго до него шли, шли через мужской отдел и нашли столько интересных вещей. Жилеточка. Столер. Теплая. Курточка довольно-таки больших детей, написано 12-13 лет. Но мы ориентируемся не на возраст, а ориентируемся на рост. 152-158, то есть на 152 сантиметра. Вот такая у нас стоит. Так, тут цены нету, но мы ее найдем. Вот, нашли. 100 лир стоит. 100 лир. Очень даже ничего. Вот, и джинсы к ним можно подобрать. Вот джинсы 60 лир. А вот это есть резинки, а вот обычные джинсы 70 стоят. Есть у нас и кофты. Нет, это рубашка 50, но кофты цены не вижу. И рубашка это стоит 50. Это вот теплые вещи. А распродажа началась на футболке. Пойдем смотреть футболки. Пойдем посмотрим футболки. Сколько футболочки стоят? 25. 25. Я вижу, там скидки есть. Пойдем смотреть. А это на майке уже. Угу. Лето заканчивается. 17 лет. Но можно покупать такие маечки для следующего года. Берем на 2 размера больше. И будем носить в следующем году. Ведь, по сути дела, не меняется. У нас есть такая футболка. Сколько она тут стоит? 23 лиры. Не поменялась цена? Нет, не поменялась. Шортики. Интересные, красивые шортики. 45. 45. А вот такие вот. Такие у нас. 45. Тоже 45. Шортиков, правда, много тут. 45 стоит. Рубашка с бабочкой. Жилеточка. 45. Мама, две штуки, видишь там? Две в одном. Да, там подписано. Пола. 25. Какие хорошенькие рубашки. Смотри, как красивые. Тоже 45 стоит джинсовые рубашки. А еще в Айкике продаются пижамки даже. Посмотрите, какие они красивые. 150 лир. Вот целый отдел с пижамами. Тут ветровки. Такие кофточки на молнии. О, со скидкой 35 лир стоит. Вот их так много тут вообще. Да, и тоже маня тоже варит. Нравится тебе? Да. Вот тапочки, плавочки. Все для моря. Так, давайте посмотрим, сколько стоят они. 25 лир стоит. Вот новый сезон. Новый сезон. Вот такие теплые вещи. Давайте посмотрим, сколько это стоит. 30 лир. Такие штанишки для школы 60 лир стоят. Кстати, скоро появится ассортимент полностью везде для школы. Мы обязательно снимем видео и покажем вам. В том же Вайкике.
30 лет. Вот такая футболочка. Так, вот ее цена 25 лир. Вот мы сейчас мерим футболочку. Да. Мы нашли. Она стоит 20 лир без скидок. Ну вот, она такая симпатичная. Ребенку очень понравилась. Мама, а смотри, какая еще. Ну, что, Аня! Что берем с этим медведем? И куда мы поедем? Истанбул, Измир или Анкара? Куда поедем? В Анкару. Анкару поедем. Сейчас мы зайдем в огромный отдел для новорожденных. Он огромный просто тут. As you fade away, yeah, 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 yeah. As you fade away, yeah, 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 yeah. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. As you fade away, yeah, yeah, yeah. As you fade away, yeah. А теперь идем в мир Диснея, где много принцесс. Вот такой костюмчик стоит у нас 30 лир. Тапочки. Маленькие кроссовочки за 35. Конечно. Твердые. Как у платья хорошенькое на лето. И стоит у нас 60. А вот уже теплые кофточки появились. Стоит 36. Да. 36. Ай, курточки я подошла. Вот моя какая курточка на флисе. Ой, какая симпатичная. Стоит 90. Смотри, что Аня себе нашла. Я же говорю, можно принцесс одевать. Она уже все оделась для больших девочек эти. Да. Ага. Мы сейчас тоже туда придем. Мы, да, мы пока показываем, что можно купить для маленьких. Вот тоже, как вот мужской. Для маленьких было 60 лет. Тоже кофточка, штанишки, кофточка, штанишки. Боди 33 лиры, 2 штуки. Ну, это все еще летнее, 45. И тут же в перемешку с летними вещами можно найти и теплые, вот 36 кофточек. Кстати, вот такую же мы видели и в Белеке. Да. Кофточку. Такие же самые цены и там были. 70. Какие платья? А платье не простое, платье со штанишками идет. То есть они все в комплекте любят, да, класс. Да, да, да. И сколько стоит? Комплект? Стоит 40 лир. Нормально вообще. Вообще отлично. Для детей можно одевать. И хлопок хороший, качественные вещи. 54. Вот этот комплектик. Красивое платье нашла. Смотрите, какое красивое платье. Праздничное прям бывает. 36 лир. А это вот комбинезончик. 40 лир.
Вот такие маленькие шортики. 40 лир. После купания вот такой интересный. Как халатик. Полотенце-халат. А вот маленькие купальнички. 35 лир. 30 лир. А это вот, смотри, халатики. Какой халатик махровый. Короче. 50 лир. Да. И халатики. Все классные халатики. И с длинным рукавом для маленьких. 70. Ну, очень-очень много вещей. Прямо глаза разбегаются. Посмотрите, сколько прям вот они везде. И с длинным рукавом, и с коробки. Вот 40 лир, такой платье. Вот юбка 40 лир стоит. Какие нарядные платья 40 лир. Со скидкой 40 лир тоже. Ну что, пойдем в отдел для больших девочек? Давай. А то наша Анечка пропала там. Стала принцессой уже. Он тут тоже большой. Смотрите, начинается. Вот вижу, там много скидок. Они тоже комплектом продаются по 2-3 штуки. Вот 3 штуки, 25 лир, трусики хлопковые. А идут пижамки. Смотрите, красивые пижамки. Даже дома ходить-то. Здесь, слушай, фигурка, и на улице наводить можно. И стоят они. Тоже они комплектом. И стоят они со скидкой 30 лир. Такие вот. Класс. Штанишки хлопковые, футболка красивая. Трусиков, сколько, маечек. Еще пижамки. Вот да. Такие есть. Пижам очень много. Пижамы или даже там дома 35. Вот все-таки мы нашли ее размер. Сейчас... Выпросила, вымолила прямо, не знаю. Наконец. Я тоже так был просить, мама, купи, пожалуйста. Да, так сейчас. Делай каждый день. Ну как? Мам, мне красиво. Да. Вот, сейчас вам покажем девчачьи жилетки для больших девочек. Стоит 90 лир. 90 лир. Вот такие плащики. О, это курточка, это не плащ, курточка. 140, это новый сезон. Это другой фасон, ну тоже 140. И смотри, уже кофты появились, много причемных. Так, стоит она 45. Это обычная белая кофточка, можно в школу одевать. 36. Так, у нас 36 другого цвета кофточки. Очень много их. И тут же приходим в летнее нарядное платье. Смотри, какое платье. 150. Любят здесь девочки в таких платьях ходить? 90. У нас, смотри, мы готовимся к Новому году. Нет, Аня. 130. Нет, Аня. Это 130. Это для Нового года. Детские. Так сколько много? Красиво. 80. Вообще в Террасити отличный выбор в Вайкики. Мне кажется, он кардинально отличается от того, что мы видели в Маркантале. То есть ты рекомендуешь ездить на шопинг именно Вайкики, да, в Террасити? Да, я согласен, тут огромные отделы, огромные просто. 55. Вы обязательно что-то себе выберите. Теплое, конечно, платье. И нарядные платья, и праздничные. Да вообще, для всего на свете. Большие девочки удают платье. Даже такая рубашечка, посмотри, какая с цветочечком. Футболочки. Ну почему это стоит? Очень красиво все. Посмотрите. А поглядите, одинаковые можно купить ткани. Это вот женская юбка. И для девочки, так теперь это очень так модно, похоже одеваться. Вот этот платье 50 стоит, а женская юбка 70, вот они из одной ткани. Это красивый набор, это вот сарафан для дочки и платье есть для мамы. Вот платье очень красиво. Мне кажется, если бы два одинаковых сарафана сделали, было бы красивее. Сарафан 60. Так. Я бы тоже такой сарафан одела. А, тут есть брючки есть такие. Брюки, да. Из одного цвета ткани можно подобрать. Мы стоим в очереди. Вот такая длинная очередь, как змея извивается. Но у нас вещей-то мало. И пока стоишь, можешь выбрать себе носочки. Турецкие носочки очень хорошие. Вот эти такие для мальчика. Стоят у нас
20 лет. Еще куча всяких мелочей поскладывали здесь. Вот такой обзор с покупками у нас получился. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Не забывайте ставить лайки. Подписываться на наш YouTube-канал и нажать на колокольчик. А еще у меня есть Instagram, ссылочка в описании. Обязательно подпишитесь. Всем пока! Пока!